Значит, так, привет всем. Берем, короче, наши тормозные, как они называются, суппорта, цилиндры. Я хер его знает. Короче, от патрола, заржавевшие в какашку. Берем обыкновенную самую дешевую колу. И просто-напросто заливаем все это дерьмо колой, чтобы она сняла ржавчину. Посмотрим, что-то получится. Так. Короче, уже вторая бутылка. Нальем, короче, 3. Жалко нету, чтобы лучше было. Так, короче, вижу, там процесс пошел, бульканье. Видимо, уже ржавчину. На ржавчину нападает. Нальем 3. Жалко нету. Давай. Не знаю, мне посоветовали в колу их заложить. В кока-колу. Посмотрим, что с этого получится. Может, еще одну запиздерить? Бутылку. Короче, не знаю. Вот 3 я налил. Посмотрим, постоит сутки. Поотмокает. И увидим результат сегодня вечером или завтра. Посмотрим. Булька, да. Процесс пошел, наверное.